Меня зовут Андрей Захаров, и в моей рубрике «Правила жизни тех, кто живет рядом с вами». Ну, когда танцуешь, ты получаешь очень много позитивных эмоций, и потом в жизни они тоже проявляются. Мне вот лично танцы помогли найти мою вторую половинку. Во всем виновата сальса. Да, сальса точно во всем виновата. С кем тебе больше нравится танцевать? С Василиной или с другой девочкой? С Василиной. Почему? Ну, с Василиной и с другой девочкой. Ну, а он как, да? Когда он выходит на танцпол, я действительно могу сказать об этом человеке все. Потому что в танце человек тот, кто он есть. Днем ты программист, вечером танцор получается. Ну, танцор я постоянно, программист я стараюсь быть, когда могу. Сидеть в скучном офисе было сильно грустно. Пошла дальше заниматься и уже начала тренировать детей. Хотя моя мама сказала, что я никогда не думала, что ты сможешь работать с детьми. В 7 лет мы пошли, записались на первое занятие. Но мне как бы понравилось, и я решил остаться. Вы даже, наверное, когда стоите просто на месте, стоите правильно в какой-то позиции, да? Почти. Ну, потому что на танцах ты можешь держать осанку, у тебя будет красивая. И что красивый платье одевает. За что преподаватели по танцам чаще всего кричат? Ну, выпрями спину, коленями стреляй. А, это значит, это для того, чтобы вы были красивыми, да? Да. Взрослые танцоры говорят, что они приходят в зал, танцуют, ругаются, ссорятся, приходят домой, у них все хорошо, потому что они больше не хотят этого делать. Вот, так что танцы спасают. Саш, вам всего доброго. Извините за то, что оторвали вас от работы. Ага.